их придумали еще в СССР, когда бедных вроде как бы и не было, чтобы поощрить заслуженных людей и номенклатуру. Сегодня рассчитывать на них только в Омской области может более 500 000 человек, фактически каждый четвертый житель региона. Они – это меры социальной поддержки, в народе именуемые льготами. В этом году на социальную поддержку заложено почти 9 миллиардов рублей, более 6 миллиардов из областного бюджета. Внушительный перечень из 80 пунктов мер социальной поддержки, кто на самом деле может рассчитывать на финансовую помощь государства и всегда ли льготы – это благо. Я приветствую всех, кто смотрит телевизор. Эту и другие программы вы можете посмотреть на нашем сайте и в группах в Фейсбуке и ВКонтакте. Гость студии – начальник отдела мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг Министерства труда и социального развития Омской области Ирина Летушева. Ирина Анатольевна, я вас рад видеть сегодня в нашей студии. Тема нашей программы сегодня – льготы. Итак, льготы, или как сейчас их принято называть, меры социальной поддержки. Грубо говоря, это возможность на государственном уровне подтянуть малоимущее и бедное население до прожиточного минимума. Согласно статистике, количество бедных в нашей стране увеличивается. В 2016 году рост составил более 8 миллионов человек. При этом в Омской области сумма, которая заложена в бюджете на меры соцподдержки, снизилась в 2015 году это более 12 миллиардов рублей, а в этом году около 9 миллиардов. С чем это связано? В Омской области меньше нуждающихся или адресная помощь стала более эффективной? Интересный вопрос сформулировали. Я не могу сказать по поводу всей суммы, которая была предусмотрена в бюджете Омской области на меры социальной поддержки, поскольку вот я занимаюсь конкретным направлением, это меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, которые предоставляются. Количество льготников, то есть тех, кто пользуется этими мерами социальной поддержки, у нас стабильным, я бы сказала, оно не резко не растет и не падает. Наверное, если мы рассмотрим, что это за категория, тогда станет понятно, что о ком, собственно, мы говорим и почему эта категория у нас такая стабильная, постоянная. Это и участники Великой Отечественной, и инвалиды Великой Отечественной, и просто инвалиды, которые, да, у нас как бы пребывающие категории, ветераны труда, реабилитированные, многодетные семьи. То есть это порядка 37 категорий граждан, которые пользуются мерами соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. И если говорить о деньгах, которые предусматриваются бюджетами различными и федеральным, и областным, то как раз в части жилищно-коммунальных льгот эти расходы растут каждый год, из года в год. Например, в этом году у нас уже только областных денег требуется 2 миллиарда на предоставление этих жилищно-коммунальных льгот гражданам. Поэтому сложно сказать, увеличивается у нас или растет количество бедного населения. Социальная поддержка – это тема, на самом деле, очень сильно болезненная, особенно все, что касается любых изменений. Самый свежий пример – это льготы для пенсионеров по капитальному ремонту. Вот здесь ситуация двоякая однозначно. Очень много на эту тему говорилось ранее, сейчас тоже продолжаются разговоры. Тем не менее, когда люди приходят за льготами, им отказывают. Вот почему такая ситуация складывается таким образом, расскажите. Ну, вы сейчас говорите о законе для конкретной категории граждан. Это пожилые люди старше 70 и 80 лет. Закон этот действительно принят только в этом году, в 2016 году. И таких получателей у нас сейчас порядка уже 6 тысяч граждан. Что это за люди? Что это за люди? Значит, для того, чтобы получить право на данную меру соцподдержки, необходимо, чтобы гражданин соответствовал ряду условий, причем они все должны одновременно выполняться. Прежде всего, это должен быть собственник жилого помещения, в котором он живет. Не член семьи собственника, а именно сам должен обладать долей собственности в этой квартире. Дальше, ну, про возраст мы уже с вами сказали, да, это должны быть граждане 70 или 80 лет. От этого зависит размер выплаты, которую будет человек получать. Следующее положение, которое должно выполняться, гражданин должен проживать один, либо, если он проживает в семье, то все, кто с ним совместно проживает, должны быть неработающими пенсионерами. Ну, имеется в виду 55 лет женщины, 60 лет мужчины. Если же, скажем, граждане проживают в квартире с внуками, которые явно не такого возраста, да, то при обращении к нам мы разъясняем, что в этом случае именно по категории, как
70 или 80-летний гражданин, такой льготник не сможет воспользоваться, вернее, вот этот человек не сможет воспользоваться такой льготой на капитальный ремонт. Но хотелось бы сказать, что почему-то вот в свете нового закона все забыли, что у нас еще 37 категорий, которые получают эту же льготу. Такую, что это за категории такие? Это вот все те же категории, с которых я начала сегодня с вами разговор. Да? Это федеральные категории, к которым относятся инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, вдовы этих же участников войны, все граждане, которые относятся к категориям пострадавших от техногенных катастроф. Это Чернобыль, Маяк, Семипалатинск, особый риск. Это вот федеральные категории. Плюс ряд региональных категорий. Это ветераны труда, реабилитированные граждане, сельские педагоги и медики, те, кто там живут и работают, и многодетные семьи. И в общей сложности у нас получателей на сегодняшний день порядка 160 тысяч граждан, жителей Омской области, которые получают льготы на капитальный ремонт. Вот это хотелось бы, чтобы люди поняли, что не только для пожилых есть льготы на капитальный ремонт. Есть еще ряд категорий, достаточно обширные, которые предоставляют, имеют, вернее, право на такую же меру социальной поддержки. А почему компенсация не положена для ветеранов труда? Получается, что эти люди не заработали? Не положено. Ветераны труда как раз, я их перечисляла, вот. Ветераны они труда, входят, да? Они получают 50% от своих расходов, приходящихся на этого ветерана труда, но в пределах определенной площади жилья. Если ветеран труда проживает один, он получит льготу в пределах 33 квадратных метров. Если два человека проживают, то это будет на 21 квадратный метр льготы предоставлены. Если проживают три человека в семье и более чем три, то уже на 18 квадратных метров. А многодетные семьи, они тоже входят в эти категории? Конечно. Но они получают, причем многодетная семья, она получает в полном составе, на каждого ребенка рассчитывается такая мера социальной поддержки, но в пределах 18 квадратов, если, скажем, семья из пятерых человек, то вот на каждого будет такая льготная выплата. Вот смотрите, хотелось бы узнать, каким образом происходит вообще этот расчет. Вы уже сказали, один человек, один льготник, на него рассчитывается эта льгота. Угу. Насколько это вообще справедливо? Но это как раз вот основной принцип, да, и государственной поддержки – адресность, да, предоставляемых мер. Не всей семье, а конкретному льготнику, тот, кто имеет, скажем так, звание или определенное льготное удостоверение, подтверждающее такой льготный статус, и которому в соответствии с законодательством предусмотрены меры социальной поддержки. Но следует отметить, что есть же ряд категорий, которые в соответствии с законом могут получать не только на себя эти льготы, но и на членов своей семьи. Например, те же реабилитированные, ведь они получают льготы не только на себя по оплате жилищно-коммунальных услуг, но и на членов своей семьи. Вот как многодетные, да, мы уже с вами сказали, что там получают не только мама, папа, но и на каждого ребенка рассчитываются эти льготы. С инвалидами и участниками войны та же самая история. Там на членов семьи льготы распространены. Вообще, насколько социальные льготы большой удар наносят по бюджету региона? Быть может, справедливее было бы проще освободить людей от этих выплат? Как это сделать, самое главное? Вы же понимаете, что компенсируется не в полном объеме, да, понесенные расходы гражданинам, а в определенных пределах. Все исходя из тех же принципов адресности и нуждаемости. И если мы каждого освободим от уплаты, кто же будет эти взносы платить и за счет чего будут ремонтироваться наши дома? Почему и существует денежная выплата, которая определяется в зависимости от того, что предписано законом. Кому 100%, кому 50%, кому с учетом нормы площади, установленной в регионе, кому без учета этой нормы площади. Вот, допустим, федеральные льготники, это инвалиды, участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий, они получают независимо от того, вот, сколько площади на них приходится, без ограничения нормативами. Областные категории, это вот те же ветераны труда, о которых мы говорили, многодетные, для них устанавливается ограничение вот теми площадями, да, которые я называла, 33, 21 и 18 квадратных метров. Таким образом, можно наиболее эффективно использовать денежные средства и не одному человеку отдать всю сумму, а, скажем, поддержать несколько семей уже. А если вернуться к теме бедности, региональное правительство вообще
делает какие-то прогнозы в этом плане? Ну, наверное, вопрос не совсем ко мне должен быть адресован в этой части, поскольку я представляю министерство и как орган исполнительной власти, который исполняет принятые нормативные правовые акты как на федеральном уровне, так и на областном. И наша задача организовать этот процесс таким образом, чтобы, не нарушая законодательство, предоставлять гражданам те полагающиеся им меры социальной поддержки в тех объемах, которые опять-таки предписаны законами. А бюджетных денег хватит, дабы растянуть их на всех малоимущих регионах? Вы знаете, это приоритетная статья, в первоочередном порядке она финансируется на предоставление мер соцподдержки, поскольку это публичное обязательство, и здесь как бы проблем не возникало у нас с финансированием. Хорошо, есть у нас, точнее плохо, что у нас есть бедные, есть деньги на их поддержку, а как людям узнать о льготах, которые им полагаются? Вы знаете, достаточно много возможностей у человека узнать, какими льготами он может пользоваться, на что он вправе претендовать, и в том числе и в общем плане, да, поинтересоваться по данной категории, либо в отношении себя лично. У нас постоянно работает телефон справочной консультационной службы 374009. Там у нас 19 специалистов работают, в принципе, дозвониться просто. Можно прийти в свой собственный многофункциональный центр по месту жительства, изучить стенды так называемые, вот что у них там на стенах. Можно проконсультироваться у информатора, который встретит человека и поможет ему сориентироваться в МФЦ. Существует сайт и министерский сайт, то есть наш отраслевой сайт, на котором размещена информация по всем направлениям деятельности нашего министерства, и в том числе в разрезе мер социальной поддержки. Значит, и есть для жителей города Омска, ну, в принципе, этим сайтом могут воспользоваться и жители районов, пожалуйста, сайт нашего многофункционального центра по городу Омску. На этом сайте тоже много информации для граждан в части мер социальной поддержки, порядка их предоставления. В том числе жители города Омска могут записаться предварительно на прием с использованием вот этого же сайта МФЦ в удобное для них время и в тот филиал, который наиболее, скажем так, удобен для посещения. Такой простой вопрос. А много ли бумаг нужно собрать, чтобы доказать, что ты бедный и что тебе нужна помощь? Вот если мы будем с вами говорить о мерах соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, то здесь не нужно доказывать, что ты бедный. Эти меры социальной поддержки устанавливаются в зависимости от принадлежности гражданина к определенной категории. То есть здесь никаких доходов подтверждать, собирать не потребуется. Здесь льготное удостоверение, да, что ты являешься ветераном труда или там, участником войны. И остальные, в принципе, остальные документы, если у вас их нет на руках, хотя большинство из этих документов у человека дома хранится, например, те же квитанции об оплате коммунальных услуг, тот же техпаспорт, который необходим, да? Вот если этих документов нет, то, в принципе, наши специалисты запрашивают во всех ведомствах, которые располагают этой информацией для назначения мер соцподдержки, они их запросят. Поэтому, но опять-таки хотелось бы сказать, что для каждой меры, для каждой категории это определенный комплект документов. Если мы сейчас с вами будем говорить о пожилых гражданах, которые вот, скажем так, на слуху сейчас назначение мер соцподдержки по оплате взноса на капитальный ремонт, то там, в принципе, гражданину достаточно прийти с паспортом и квитанции за месяц перед обращением, оплаченной квитанции по, значит, этим взносам на капитальный ремонт. Остальные документы, а это документ о собственности на эту квартиру, это копия финансового лицевого счета из управляющей компании, сколько там человек проживает и кто они такие, это все мы можем запросить самостоятельно. А если человек, допустим, инвалид и самостоятельно не может прийти в организацию? Существует возможность обращения, как и по любым мерам соцподдержки, не только по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это обращение через доверенное лицо, либо через порталы, единый государственный портал госуслуг, через который можно подать заявление. Вот, как я уже говорила, обращение на предварительную запись для того, чтобы по времени можно было удобно записаться.
может быть обращение, и в том числе документы направлены почтовым отправлением этим гражданинам. Плюс, как правило, вот такие инвалиды, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, у них за ними закрепляется социальный работник, который помогает им в быту справляться с этими сложностями. В том числе можно доверить эти документы социальному работнику, который будет представлять интересы гражданина в МФЦ для предоставления мер социальной поддержки. Знаете, о чем хотелось бы поговорить? Есть такое социальное понятие, как иждивенчество, социальное иждивенчество, точнее. Люди вроде бы как бы и бедные, а с другой стороны, они только и живут на вот эти вот пособия, не работают. Есть какой-то механизм, который защищает государство вот от подобных товарищей? Вы знаете, есть ряд мер государственной поддержки, которые основываются именно на доходной схеме, как вот мы с вами говорили, когда, если мы говорим о льготах на ЖКУ, здесь не требуется подтверждение того, что ты имеешь низкие доходы и тебе нужно помочь с этим справиться. Есть еще такие меры социальной поддержки, как субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Есть ежемесячное пособие на ребенка и, например, госсоцпомощь. Так вот, эти меры социальной поддержки предоставляются гражданам уже именно тем, кто в силу не имеет каких-то, не обязательно, он не, может не относиться ни к какой льготной категории, именно просто низкодоходная семья. Но в этом случае человек должен подтвердить, что вот эта, скажем так, ситуация сложилась не по его вине, он не может с ней самостоятельно справиться. Да, он работает, но зарплата маленькая, или у него там много маленьких детей, и его заработной платы не хватает для того, чтобы, например, своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. В этом случае вот как раз эти меры социальной поддержки, они не поощряют социального иждивенчества, поскольку в соответствии с нормативными актами у человека попросят подтверждение, что он действительно работает, но в силу объективных каких-то причин этих доходов недостаточно для того, чтобы, например, там, своевременно оплачивать жилищно-коммунальные платежи. И решение будет приниматься уже по представленным документам. Если же человек просто не работает, простите, ведет асоциальный образ жизни, ему будет отказано в господдержке. Много таковых людей? Которым отказывают. Вы знаете, статистика, у меня такой статистики нет, сколько отказывают. Просто если исходить из письменных обращений, когда граждане пишут, что вот семья нуждается, и начинаешь готовить ответ, получается, что, в принципе, особых усилий семья не прикладывает для того, чтобы повысить благосостояние и доходы своей семьи, и, скажем так, не обращаться за поддержкой государства. Бывают случаи, конечно. А вот ваша точка зрения, может быть, человеку проще дать удочку и научить его рыбу ловить, нежели вот такие подачки? Вы знаете, если мы с вами говорим о тех мерах соцподдержки, которыми занимается отдел, в котором я работаю, то здесь речь все-таки идет о пожилых гражданах, о тех категориях, которым уже удочку, наверное, давать поздновато. Да? Либо многодетная семья, у которой 5 детей, при всем желании им нужно помочь в этой жизненной ситуации. А если мы будем с вами говорить о другой такой мере, как госсоцпомощь, существует предоставление госсоцпомощи через заключение социального контракта, когда человеку дают определенные средства для того, чтобы он как раз встал на ноги, возможно, даже какой-то там малый бизнес организовал, приобрел, швейную машину для того, чтобы обшивать детей и соседей и каким-то образом выйти из этой ситуации. Но это немножко не та выплата, которой занимается наш отдел, но тем не менее, вот она та удочка, которую дает государство человеку в руки и предлагает решить свою проблему жизненную. Социальная поддержка за рубежом, не будем этого скрывать, она гораздо выше, нежели в нашей стране. И к чему веду? Про цифры я даже говорить не буду, какие там люди получают. Вы каким-то образом взор туда бросаете, опыт берете? Вы знаете, для того, чтобы только расстроиться, больше мы изучаем опыт других все-таки регионов Российской Федерации, для того, чтобы перенимать какой-то положительный опыт. Но опять-таки все зависит от того, дотационный регион либо нет. И отсюда, соответственно, и меры социальной поддержки, которые предусмотрены в этом регионе, и их размеры, которые предоставляются в этом регионе. Что называется, у кого какой кошелек.
Что касается льгот по системе ЖКХ в этом году, какие нововведения были? Ну, вот все та же мера социальной поддержки на оплату взноса на капитальный ремонт пожилым гражданам. И еще одна, связанная опять-таки с капитальным ремонтом, это с января 2016 года на федеральном уровне были внесены изменения в законодательство. Такая же льгота была установлена для инвалидов первой и второй группы и детей, имеющих инвалидность. До 1 января 2016 года федеральный закон не предусматривал предоставление этих мер соцподдержки инвалидам. Вот сейчас они тоже имеют такое право, обращаются к нам активно за назначением меры социальной поддержки. У нас уже порядка, наверное, 8,5 тысяч инвалидов, которые обратились за данной льготой. Ну, как бы вот, наверное, все, что связано с ЖКУ, это вот две новых меры социальной поддержки в этом году введены. Хорошо, давайте вопрос поставим таким образом. Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы адресная помощь нуждающимся была наиболее эффективная? Ну, опять-таки, вот мой личный взгляд. В данном случае, опять же, повторюсь, я представляю орган исполнительной власти, который исполняет действующее законодательство. На мой взгляд, в части уплаты, вернее, оплаты жилищно-коммунальных услуг достаточно широкий спектр вот этих вот мер социальной поддержки уже существует. Для того, чтобы она была еще более эффективной, наверное, следует учитывать, оплачивают ли граждане, имеют ли они задолженность по оплате коммунальных услуг. Поскольку на сегодняшний день мы осуществляем расчеты, исходя из начисленных гражданина сумм по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые нам представляют поставщики. Вот начислили человеку там 2000, мы от этой суммы делаем расчет полагающихся льгот. Если человек не оплачивает, то, наверное, все-таки следует стимулировать его для того, чтобы он выполнял свои обязанности, предусмотренные жилищным кодексом и другим законодательством жилищным, и, возможно, приостанавливать предоставление мер, таким образом эффективно их расходуя на другие направления, либо других граждан, которые добросовестно исполняют закон. Категория, с которой вы работаете, достаточно сложная, наверное, в моральном плане. Вот, хотелось бы поговорить об этом. Расскажите, что за люди работают с этими гражданами? Ну, у нас очень молодые специалисты работают с посетителями, которые приходят к нам. Действительно, им сложно общаться с гражданами. Ну, вы поняли, да, какой контингент, какие люди к нам приходят. Это в основном пожилые люди, которым тяжело даже просто прийти к нам, которые не понимают законодательства и больше почему-то доверяют бабушкам, соседкам, которые с ними на лавочках сидят, чем нашим специалистам. Девчата у нас молодые, на приеме как бы мы стараемся посадить людей, те, которые более доброжелательные, более внимательны к посетителям, выслушают, поскольку иногда к нам люди приходят, вот, на мой взгляд, просто пообщаться. Нисколько что-то решить, какие-то свои проблемы, сколько вот просто поговорить, рассказать о том, как мне тяжело жилось там в войну и так далее. Вот как бы с пониманием наши специалисты относятся на приеме к таким посетителям. Так, может быть, оттуда очереди. Кстати, как вы с этим явлением боретесь? Ну, вот один из проблемных, сложных вопросов, поскольку многофункциональные центры у нас сейчас занимаются предоставлением не только вот социальных услуг, а в том числе и различных федеральных услуг. Это и связано и с ЗАГС, и с Управлением Федеральной миграционной службы, то есть и паспорта, и все, что хочешь, да, у нас сейчас. Поэтому не только бабушки к нам приходят, но и молодые достаточно люди оформлять всевозможные документы, которые им необходимы. Поэтому основным как бы вот механизмом регулирования обращения граждан все-таки это введение предварительной записи на прием, когда можно каким-то образом человеку самому выбрать, в какое место он пойдет, в какое время. Плюс, обращаясь к нам непосредственно в центр, человек может увидеть электронные вот эти вот информаты, или как их правильно назвать, киоски, где он также обозначает вопрос, с которым он пришел, получает талончик с определенным номером и ожидает в зале в своей очереди, когда его пригласят на прием к специалисту. Специалисты у нас работают
универсальная в режиме одного окна, поэтому очередь движется по мере высвобождения одного специалиста, тут же приглашается к нему другой посетитель, независимо от направления того вопроса, с которым он пришел. То есть вот таким образом регулируется вопрос наплыва посетителей. К тому же у нас организован скользящий график обеденных перерывов для специалистов, то есть все окна у нас не закрываются одновременно, процесс не останавливается. По вторникам у нас организована работа в вечернее время, до 8 часов можно посетить многофункциональный центр, плюс субботние дни. До обеда специалисты принимают. Поэтому даже для работающего гражданина создан такой достаточно удобный, гибкий график работы, чтобы он тоже мог прийти и решить свои вопросы. А на какие меры социальной поддержки граждане подобной категории в ближайшее время могут рассчитывать? Ну, вот все, что у них сейчас есть, на то они могут рассчитывать. Все-таки это общий такой очень большой, всеобъемлющий вопрос. Вот о каких категориях все-таки мы будем говорить? Если мы все-таки будем говорить с вами о жилищно-коммунальных льготах, да? Давайте начнем с этого. Давайте с этого. Вот все те же категории, которые имели право на меры соцподдержки до сегодняшнего дня, они и дальше вправе на них рассчитывать. Нет, я имел в виду, есть какие-то нововведения, будут какие-то нововведения в этом плане? Ну, в ближайшее время ничего не ожидается, потому что, как вы понимаете, все это связано с финансированием. Введение любой дополнительной меры социальной поддержки потребует соответствующего финансирования. Спасибо. Я напомню, сегодня у нас в гостях была начальник отдела мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг Министерства труда и социального развития Омской области Ирина Летушева. Эту и другие программы вы можете посмотреть на нашем сайте, а также в наших группах в Фейсбуке и ВКонтакте. Всего доброго. До свидания.